Здравствуйте, здравствуйте. Давненько не был в Магнитогорске. Вообще-то говоря, вся моя песенная жизнь началась отсюда, с Востока. Я в Ленинграде появился в 1956 году, а уже в Челябинске и в Магнитогорске я выступал в 1965. А до этого я выступал в Новосибирске. Первый раз публичное мое выступление было в Новосибирске. Я ехал на платформе товарного поезда из экспедиции. Они уже узнали, что я песни пишу. Меня позвали, я пришел там в ватник и в сапогах. Герман Безносов такой был там парень. Значит, и меня притащили, где были одни ученые. Да меня там успел Полоскин выступить. И были академики сидели всякие. И мне не в чем было выступать, я в ватнике. И Юра Лосев, который сейчас погиб, он прекрасный певец, он, значит, дал мне свой свитер. Он двухметрового роста. И я стоял в свитере, как в пальто. И таким образом пел. Как оказалось, академикам это совершенно не важно. Вот. Ну, теперь я про вас скажу. Значит, я начну с песни, которая про вас. Вот про всех про вас и про меня в том числе. Это песня об интеграции человеческих душ. Я хочу быть такими, как вы. Ну, на бардовской песне ходят только хорошие люди, все знают. То есть умные, интеллигентные, добрые, творческие, талантливые. Вот это вы. И я такой же. И хочется объединиться. Интеграция значит единение. Это в свете рожденских крещенских морозов. Вот. И значит, вот об этом песня. Но первая фраза в этой песне не имеет никакого отношения к дальнейшему тексту. Я посмотрел, гору увидел и стал думать. И дальше идет текст. Песня называется «Город». Это не город, это абстрактная вещь. Это песня вот об том, о чем я вам сказал, об интеграции человеческих душ. Интеграция плохих человеческих душ называется «Банда». Интеграция хороших человеческих душ называется «Концерт в консерватории города Магнитогорска». Примерно так. Вот об этом песня. Горы далекие, горы туманные горы, и улетающий, и умирающий снег. Если вы знаете, где-то есть город, город, если вы помните, он не для всех, не для всех. Странные люди заполнили весь этот город. Мысли у них поперек и слова поперек. И в разговорах они признают только споры. И никуда не выходит оттуда дорог. Вместо домов у людей в этом городе небо. Руки любимых у них вместо квартир. Я никогда в этом городе не был, не был. Я все ищу, и никак мне его не найти. Если им больно, не плачут они, а смеются. Если им весело, вина хорошие пьют. Женские волосы вьются. И неустроенность им заменяет уют. Я иногда проходил через этот город. Мне бы увидеть, а я его не замечал.
и за молчанием, или за разговором. Шел я по городу, выйдя и не повстречав. Поездом нет, поездом мне не доехать, и с самолетом тем более не долететь. Он задрожит миражом, он откликнется эхом, и я найду, я хочу, и мне надо хотеть. Голосок погромче. Спасибо. Ну вот, после такой торжественной, так сказать, симфонии, я вернемся к нашим баранам. Я начну изначально. Я давно здесь не был, давно. В этом городе, в Магнитогорске, у меня было столько приключений. Я могу весь концерт рассказывать о том, что здесь происходило. Но я этого делать не буду. Я буду просто петь и рассказывать несколько других историй. Ну вот, я сейчас спою песню, голосок погрузил один раз. Ну вот, а то меня практически нет. Раз, вот, нормально. Ну, вот. Почти 40 лет назад, точно говоря, 38 с половиной лет назад, я придумал песенку. С этой песней я пересек тысячелетие. И до сих пор я ее слышу по радио, ее поют, каждый день слышу. Где-то кто-то обязательно споет. Она маленькая такая, наивная. Но самое-то странное, что эта песня, как выяснилось, стала моим жизненным кредо. Я остался таким же до сих пор. Вот несмотря на 40 лет, каким описал себя 40 лет назад в этой песенке. Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди сослами делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, солнце, пихты, песни, дожди. И пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Ну, пересек я тысячелетия с этой песенкой, и стыдно стало. Ничего не пишется. Вот все написано в прошлом, а песен нету. Ну, и все, что было, так энергетика ушла, а мне в этом году будет 17 или 70 лет, то есть уже не пишется нифига. Ну вот, я, значит, в апреле месяце прошлого года я заметил, что я стал рано вставать. В 7 утра встаю и на улицу. Иду. И хожу, гуляю там до 11 часов, потому что в 11 просыпается моя жена. Она ночью пашет на компьютере, значит, и раньше приходить нельзя, нет ничего страшнее, не вовремя разбуженной жены. И, значит, поэтому я хожу по улице в мечтах и грезах. Мечтаю, что я вот в экспедицию на Камчатку поехал, там, что мне за песню, за туманом Нобелевскую премию дали. Я ее делю там кому сколько. Народного я даже не мечтаю. Вот. И, короче, когда я хожу так по улице, и вдруг замечаю, что песню написал. Вот неожиданно, ходя вот так вот ногами,
написал песню. Такую же, как «За туманом». Есть «Рымбо 4», там «Рымбо 3», «За туманом 2». О том, как я ходил в прошлом году весной. Почему я опять вместе с солнцем встаю? Непонятное чувство, и легко, и тревожно, как осенние птицы улетают на юг. Я весной на восток, к моим рекам таежным. Я друзьям позвоню и услышу ответ. Самолет послезавтра, не опаздывай, старый. Все дела отменю, накуплю сигарет. Свою сумку собрав, посижу над гитарой. А потом самолет, шар раскрутит земной. А потом будут песни и ночной разговор. И, конечно, костер, и, конечно же, чай. Ослепительный привкус звезд лесных у него. Я палаточный полог поутру распахну. Меня встретят тайги, голубые туманы. Оседлаю мечту, поскочу сквозь весну. Одиноким ковбоем в неизвестные страны. Почему я опять вместе с солнцем встаю? Ну, ехал за туманом, приехал вроде к Темиртау, и там написал Кемеровской области. Я работал, мне попал случайно в это песенное дело. Песня «За туманом» погубила меня, всю мою карьеру. Я был тренером по фигурному катанию, работал с Москвиным, создавал фигурное катание в стране. У меня было 3 школы фигурного катания у самого, и в школе чемпионов я с Москвиным делал чемпионов Европы и чемпионов страны. И вот эта маленькая песенка «За туманом» погубила всю мою карьеру. Я летом работы не было. Не было работы. И вот я... Мне дали синекуру, чтобы не менять штамп в паспорте. Я был директором пляжа в Петергофе, то есть песок, чтобы не украли. Может, ничего там не принадлежало. Вот на этом песке я лежал, охранял. Вот, 80 рублей было. А тогда я получил денег море. И, короче говоря, пришли 2 богатыря такие, Глеб Гробовский и Женя Азин, поэты. Ну, Гробовского вы знаете, знаменитый поэт. Они геологи. Сказал, Юра, что ты валяешься на песке? Поезжай в экспедицию с геологами. Красота, тайга, пурга там, лето, рыба. В общем, все живое. Ну вот, я поехал. Это была моя огромная ошибка. А может, нет. Я поехал туда. И попал я не в геологию, а в геофизику, в шахтную. И работал я в горной Шори. Таштагол, Шерегеш, Кас, Мандебаш, там лес землю. Кажи, в руднике 400, 200, 700 горизонты под землей. Ничего себе тайга. Вот. Но зато они сами когда не поехали, меня отправили. Вот. И там геологи пели песни. Я таких песен никогда не слышал. Я вообще-то пригород, я не столичный, я жил в Петергофе, а не в Ленинграде. Вот. И песни Булата Акуджавы, Навалы Матвеевой, Александра Городницкого, Юрия Висбора, Высоцкий тогда еще не писал, Юрия Висбора там. И я потрясен. Новый пласт культуры. Я никогда не знал, что существует возможность писать песни на родные человеческие слова. Я до этого играл в джазе на барабане 14 лет после войны.
И иногда пописывал там кое-что, там, всякие подтекстовочки. И пел при этом. 14 лет. Вот. Взрослых-то не было, это 46-й год. Когда меня спрашивают, когда вы написали свою первую песню, я отвечаю, в первой половине прошлого века, в 46-м году. Композитор попался хороший, Дюк Эллингтон. Я написал песню на стихи Дюка Эллингтона «Караван». Вот одну фразу помню. «Зной, пески лежат, как океан, а по пескам из дальних стран идет усталый караван». Вот такие гениальные стихи. Эту песню пели все на всех клубах, на танцплощадках. Никто не знал, что эту песню написал 14-летний пацаненок. Это я. Вот. Но потом я... А потом я пел всякие дурацкие подтекстовки там на джаз. Я дикселение играю, на барабане. На барабане чем хорошо дикселение? Играешь, стучишь, и петь можно. У них дудки затыкают рот, а и дудками заняты все. Вот. А я могу петь, вот я пел. Вот такая песенка. Вот в руднике Темиртау в Кемеровской области ехал за туман и попал туда. И пришел в гости к девочкам-геологам. С 8 до 11 просидел там, в общаге. Вот. Меня оттуда выгнали, дежурные по этажу. Я написал песню, которая называется «Гостиница». Но это не гостиница. Я тогда в гостинице еще сроду не жил. Просто так размечтался, что я в гостинице. Это общага была, правда? Ах, гостиница моя, ах, гостиница, на кровать присяду я, ты подвинешься, занавесишься ресниц занавескою, хоть на час тебе жених, ты невестою. Занавесишься ресниц занавескою, я на час тебе жених, ты невестою. Бабье лето так и быть не обидится, всех скорее позабыть, с кем не видимся. Заиграла в жилах кровь коня троянского, переводим мы любовь с итальянского. Наплывает слов туман, а в глазах укор, обязательный обман, умный разговор. Сердце врет, люблю, люблю, на истерике, невозможно кораблю без Америки. Ничего у нас с тобой не получится, как ты любишь голубой, мукой мучиться. Видишь, я стою босой перед вечностью, так зачем косить косой человечностью? Коридорные шаги злой угрозою, было небо голубым, стало розовым, а я на краешке сижу и не подвинулся. Ах, гостиница моя, ах, гостиница, я на краешке сижу и не подвинулся. Ах, гостиница моя, ах, гостиница. С этой песней у меня было масса событий. Из-за этой песни меня выгнали из Сочи, где был концерт с землянами. Земляны второе отделение, у меня было первое. Пришло управление культуры и сказал, какая пошлость. Я сказал, да там же ничего не случилось. И меня отправили прямо оттуда в тапочках в сентябре месяце. Отправили самолетом на Вам, где золотое зерно кладли. Нелюнгри такое есть место, вот я прилетел. Вот там мне ребята дали ватник, я, значит, там два месяца песни пел вместо Сочи. А там еще было дальше. Вот так что песня очень, так сказать, понравилась властям. Хотя там ничего нет плохого. Но с ней дальше, но Бог не фраер. С этой песней события такие. Я 6 лет назад, я 2 раза был в Америке, 3 года назад, 6 лет назад я был в Америке. А там оказался, у меня живет мой друг Миша Гулько, который, я с ним знаком еще по Камчатке, он там в ресторане работал, в Петропавловске, он харьковчанин сам. А теперь он работает в ресторане Одесса в Нью-Йорке, там на паях там, но они там все работают в Одессе, а рядом Люба Успенская, и они все
сегодня он там, а потом в том ресторане, поэтому работает, меняются местами. Но он прописан в ресторане Одессы. Вот. Он позвонил мне, как только я прилетел. Он как-то узнал, что я прилетел, а просто так прилетел в гости, не к нему. Ну, и, короче говоря, сказал: Юра, я тебе концерт устроил. Тут вот началась моя деятельность в Америке. 42 дня там без конца не вылезал с концерта. И, значит, он меня пригласил к себе в ресторан Одесса, где они стулья поставили, столики убрали, и я пел песни там. Там он пригласил два телевидения, там газеты всякие иммигрантские. И, короче говоря, узнали, что я... Ну вот, а потом стали, все ушли, и за столиками стали сидеть и поддавать, так как остались уже. И вот нас, я танцевал в зале с девушкой, ну все там танцевали, не специально, а просто танцевал. А на сцене играл биг-бенд такой, негров половина, как они играют негров. Вот, значит, и сам он не играет, Миша Гулько, и Гулько пел песню «Гостиница мою». С оркестром, все так, с биг-бендом, я танцую. Когда я писал эту песню, это случилось в 65-м году, я даже в страшном сне не мог представить, что когда-то я буду в Америке, в этом самом, в Нью-Йорке, на Брайтон-Бичи, в хорошем ресторане, танцевать, я хороший оркестр, и знаменитый певец будет петь мою песню. Это Нобелевская премия. Но после этих песенных подвигов я стал любимец туристов. Со мной стали здороваться все туристы на свете. И самые знаменитые. Тоже я познакомился. Юра Висбор, Ада Якушу, Валя Глазанов, Валя Вихарев, Боря Полоскин. Знаменитые туристы. Два же мастера там всякие. Ну вот. И меня сказали, что я автор туристских песен. Честно говоря, у меня туристских песен в принципе нет ни одной. Но одна есть, я сейчас пою. Но «За туманом» она как-то похожа на туристскую. Но это геолог, я геолог, любитель. То есть я зимой фигурный, когда я летом геолог. Ну вот, но там есть такая фраза: «Пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы». Где видели туриста, шастающего по тайге, с чемоданами. Я в жизни не был ни в одном туристском походе и не участвовал ни в одном конкурсе вообще никогда. Если бы я участвовал, мне никто бы даже не заметил. Без меня все пели. Ну вот, но раз попал, так уж не чирикай, поэтому я решил написать песню для туристов. Я использовал свои геологические знания и написал песенку для туристов. Вот я признаюсь к своему стыду, это было нечестный, бессовестный поступок. Я написал ее за 10 минут. 10 минут потребовалось всего. Причем в перерыве какого-то конкурса, где я слушал там, как жюри. Вот, и, значит, написал эту песенку. Это было лет, уже так, ну, 35 назад. Написал. До сих пор поют. 10 минут, а поют до сих пор песню. Я слышу часто. Вот что значит талант. Талант в карман не спрячешь и не пробьешь. Я вообще-то человек очень скромный, как вы заметили. Говоришь, чтоб остался я, чтоб опять не скитался я, чтоб восходы с закатами наблюдал из окна, а мне б дороги далекие. И маршруты нелегкие, да и песня в дороге мне, словно воздух нужна, чтобы жить километрами, а не квадратными метрами. Холод, дождь, мошкара, жара не такой уж пустяк, чтоб устать от усталости, а не от собственной старости, и грустить об оставшихся. О себе не грустя, пусть лесною Венерою пихта лапкой по нервам бьет, не на выставках на небе изучать колера, и чтоб таежные запахи, а не комнаты затхлые, и не жизнь в кабаках рукав
поразжигать у костра, а ты твердишь, что остался я, чтоб опять не скитался я, чтоб восходы с закатами наблюдал из окна, а мне б дороги далекие, и маршруты нелегкие, да и песня в дороге мне, словно воздух нужна. Я стал кумиром туристской песни. Все туристы стали меня звать всякие походы, я отбивался как мог. Я работал в геологии. Это я был на Камчатке, на Памире, где только не был, в геологии. Но геология – это целенаправленный туризм. Хоть деньги платят. Не такой бессеребник, и так, чтобы бесплатно таскать мешок по всей стране. Несерьезно. Ну вот. И, значит, ну, раз попал. И меня стали заставлять заниматься общественной деятельностью. То есть приглашать на туристские фестивали в качестве почетного гостя, что я очень люблю, в качестве члена жюри, что я терпеть не могу, и в качестве президента, что и туда, и сюда. Задача президента ни черта не делать, но пользоваться уважением, все пить и есть, и одновременно вручать призы. Вот. Ну, тоже так нормально. Я президент 4 фестивалей. Постоянный президент 4. Ну, один-то не постоянно, но все. Это Юрга, Сибирь, Катунь, это Алтай, Костомукша, это самый Карелия, и Иерусалим, это Израиль. Я в Израиль попал, что-то... Звонок вдруг по телефону, звонит Дима Кемерфельд, мой друг старый. Песню Кемерфельда многие, наверное, знают. Вот по-французски «Женщина-бабьё». Живет и называется красиво, а жесты, и манера, а белье, ё, и к тому же какая перспектива. Вот эта песня Кемерфельда. Вот, он потом уехал в Израиль, и звонит мне, говорит, Юра, говорит, приезжай в Израиль, будешь первым президентом первого бардовского фестиваля в городе Иерусалиме в Израиле. Я говорю, я русский. Он говорит, вот и хорошо, будешь объективнее. Я со всей своей объективностью туда поехал. И вот по неволе приходится слушать конкурсантов. Не только в Израиле, я имею в виду здесь в основном. Я, честно говоря, я люблю только свои песни. Но надо, служебно обязан, сидишь, слушаешь. Иногда бывают неплохие штучки. Вот одной песни, вот я сегодня только сейчас подошел ко мне, парень сказал, что я услышал песню, спел мне ее в Уфе, в городе Октябрьске, вернее, спел мне Вася Мамаев, он этот гаишник, мотоцикл, спел. А потом я автора этой песни встретил на русском фестивале. Эту песню написал Женя Калашников. Я увидел на русском фестивале. Он улетел с первого тура со свистом. Женя Калашников сам по себе коренной бомж. Никогда в жизни не работал, никогда не был трезвым, никогда, по-моему, не мылся. 45 лет. И талантливый до ужаса, но он выбрал такой способ жить. Вот бродяга, талантливый бродяга, вот не хочет он... Он никак не может, ему там помогали, он никак не может дойти даже до исполкома. Боится. Пока идет трезвый, какой-то раз трезвый. Он выпьет опять, говорит, вот раз, и вот до свидания. Так вот, короче, говорит Женя Николаевич, то ли Креев плакал, сказал, Юра, он говорит, 300 песен лирики написал, такой ошеломляющий. И плюс смешные вещи еще. Так и черный юмор. И он, значит, пел эту песню на первом туре. Я был почетный гость. Смотрел, как это происходило. Была солидная московская комиссия, сидели такие ребята крепкие. Он спел, они ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, смех, ха-ха-ха, но второй тур мы вас не пропускаем, ха-ха-ха. Песня-то хорошая, но не на тему фестиваля, к сожалению. А мне понравилась песня.
Я ее спел и разнес по всей стране. Теперь все ее знают. И Женя Калашникова тоже. Значит, из общения с своими друзьями-туристами я многое узнал. Туризм бывает разный. Бывает туризм маршрутный. Это когда рюкзак за спину и с такими же умными людьми по всей стране пешком под девизом «побольше взять, подальше отнести». Есть туризм водный. То же самое на байдарке. Есть разновидность водного туризма. Можно купить за бешеные деньги билет в люкс-каюту на волжский лайнер и с любовницей двигаться любую с берегами. Все оставшиеся от покупки билета и деньги полагается пропить. Есть им туризм, хороший туризм. Я его люблю. Италия, там Франция, но дорого. Значит, есть фестивальный туризм. Когда 250 тысяч людей собираются в Самаре на Грушинский фестиваль, 70 тысяч какое отношение к песне имеет, любят ее и туризм. Все остальные, как это называется, оттягиваются. Там погода хорошая, лето, солнце, девушки красивые, все голые ходят. Там есть и нудисты, и Хара Кришна, там что-то такое. В общем, веселье царит, как это немцы, Регенслевен. И, значит, если начинается дождь, а дождь, как правило, на второй день начинается, то трудно тогда представить, где кончается туристский фестиваль и начинается массовая веселая пьянка. И есть турист базовый, когда на базе. База может быть на Волге, на Каме, неважно. Где-то база туристская есть, и там туризмы мирно сосуществуют. Кто хочет, маршрутным занимается, кто хочет, водным. Если база в Анталии, в Турции, там интуризм подмешивается. То есть такой доброжелательный туризм. Вот песня Жени Калашникова из города Тольятти, он из Тольятти собрался. Называется «Песня базового туриста». Очень нравоучительная, очень высоконравственная, очень полезная и философская песня. Мы однажды вместе с Васей отдыхали на турбазе. Я из Волги не вылазил, я с утрашки долбанул, что нам рифы, что нам мели, развлекались, как хотели, возмужали, загорели, жалко, Васька утонул. Через полчаса с турбазы притащили водолаза, разбудили, но не сразу, он глаза открыл, икнул и тройного влил в аорту. Сразу видно, парень тертый, спецотличник, мастер спорта, правда, тоже утонул. Прибежал директор базы, не видали водолаза, все духи украл, зараза, всю похмелку умыкнул, ох, найду, кричит, и в катер, и с разбегу дернул стартер, и умчался на фарватер, и там, конечно, утонул. В общем, ставьте рубль, ставлю стольник, здесь Бермудский треугольник. За покойником покойник, я как крикну караул, из кустов в одном погоне, весь в ремнях и самогоне, прибежал полковник Пронин, я сразу утонул. А потом тонули ходка, врач и повар с пьяной теткой, рыбнадзор тот вместе с лодкой, ну а к вечеру вообще. Два директора завода, все туристы с парохода, и главное, канули как в воду, ни привета, ни вещей. К ночи сторож появился, он ничуть не удивился, говорит, ты чего взбесился, глянь на Волгу, вон она, там на медне, посередке, задула баржа с водкой, может, сплаваем в охотку, и нырнул, и тишина. С этой песенкой была заманчивая история. Но у меня есть такой друг, в принципе, меня зовут дядя Юра, он, в принципе, мой воспитан. Я его открыл между мясом и Златоустом, вытащил наружу и показал всем свету. Олег Митяев. Ну, вот. А я в Юрге президент фестиваля. И надо награждать победителей. У нас на основных бардов есть деньги. То есть, кто написал слова, музыка сам играет, сам поет. Ну, там по половому признаку еще делить надо. То есть, девочка или мальчик. Ну, вот. Но хватает.
Ну, а там еще есть квартеты, дуэты, десятки. Только музыка, только слова. Им тоже призы надо какие-то давать, исполнители там давал. А у нас нету. До этой цели мы нашли в тайге под Юргой. Это все происходит от Юрги к нам в 60-м. А в лесу там зона. Ну, имеется в виду не сталкеры, а зона, в которой уголовники сидят за колючей проволокой. Они там в мирном состоянии, поскольку за проволокой, и они там занимаются таким приличным трудом. При помощи ножей, ну, нож им известное оружие, но тут не в суе. Они вырезают ложки деревянные и доски разделочные. Все это красится, комплектуется в пакеты, в целлофанные продавцы из магазина, чем зона и кормится. Вот мы к ним едем за этими деревянным творчеством, чтобы вручать нашим лауреатам. Но для этого надо им концерт дать. Как они говорят, поставить. Ну, мы ставим концерт. С начальством согласуемся, приезжаем. Вот в этом случае было 94 человека. Это был Олег Митяев, это был я, и братья Мещуки. Они заключали концерт. Митяев пел первым, я, значит, вторым, и Мещуки. Ну, зэков загнали в зал, посадили там. Они очень любят культуру, они так внимательно слушают, и так реагируют легко. Просто им только... Ну, это единственное развлечение. Все-таки интересно. По стенкам стоят офицеры напротив каждого ряда, чтобы там не передавали ничего друг другу. А впереди сидит начальство, а там даже зэки. Ну, первым выступал Митяев. Он, как всегда, он не первый раз с этой штукой попадает. Он не понимает, что не везде можно петь свою знаменитую песню. Он ее спел и вызвал нездоровый ажиотаж у зэков. Он спел: «Как здорово, что все мы здесь». Сегодня собрали. Но когда зэки отволновались, наступила моя очередь. Я тоже не промазал. Я поддержал инициативу Митяя и спел вот эту песню. Но я спел две, за туманом говорю, остался, а потом где тонут-то все. Дохожу до фразы: из кустов в одном погоне, весь ремняк и самогоне, прибежал полковник Пронин, я сразу утонул. Офицеры поползли по стенкам от хохота, а зэки огромные. А в первую ряду сидел пунцового цвета полковник Пронин, начальник этой зоны. В общем, в точности соответствующее описанию. Когда мы уезжали, зэки нам ругали, махали, говорят: «Ребята, давайте к нам». А мы не можем ходить, это лучше вы к нам. Они говорят: «Сидите, сидите, мы еще приедем». Ну вот. Ну, на эту печальную алкогольную тему еще одна песня. Но это уже про меня. Я вообще-то герой всех своих песен. Я всегда пишу про себя. У меня культ личности. Вот положительный или отрицательный, все равно это я. В этой песне будет герой этой песни. Это я, попавший в тяжелую ситуацию. Она длилась 45 дней. А потом она кончилась сразу, тяжело. В это время ко мне пришел мой друг Юрий Тейх, баснописец ленинградский. И он стал басню про меня писать, увидев мое тяжелое состояние. Но я вмешался в процесс, и вместо басни получилась лирическая песня. Еще более гуманная, чем предыдущая. Еще более нравственная. Еще более помогающая. Значит, в этой песне мы призываем к доброте, любите друг друга и одного в беде не оставляйте, а даже, наоборот, помогайте. Коротенькая песня называется «Беда». Юрий Тейх, слова. Музыка гениальная моя, как всегда. С одним человеком случилась беда, друзья от него отказались, не стали его приглашать никуда, исчезли и не появлялись. Знакомые просто забыли его, в семье уважать перестали. Он очень тоскует, и нет никого, кто спас бы его от печали. Он книжки читает, он грустно живет, а помощи даже не просит. И я вам скажу, это каждого ждет, кто пить неожиданно просит. Ну,
Это все было такая... Я еще одна спать, такой развлекательного фасона, потом пойду по осени. Значит, дело в общем, что я сказал, что не пишутся песни. Вот не пишутся, и все вот это... Почему я встаю по утрам? Единственное, в принципе. Но еще одну я написал, недавно совсем. Просто для тренинга. Чтобы не потерять умение вообще что-то делать. Значит, Александр Николаевич Галич сказал, что у барда, который достаточно знаменит, должно быть в запасе несколько жанровых вещей. Кроме личностных песен, кроме философских размышлений, кроме там сатиры и еще прочего, должны быть жанровые вещички. Так, чтобы руку не потерять. Какие? Он сказал, во-первых, у всех должна быть цыганочка. Гитара связана с цыганами, поэтому цыганочка. Цыганочка есть у всех. Ну, у Высоцкого как раз еще раз, у Васи Чеберяк, Чеберяк. Это у всех есть. У Туянского, у Мирзаяна, у всех. И у меня тоже. Ну, у меня слабенько. Значит, затем должна быть, как он сказал, криминальная оттенка песни. То есть, ну, как это называется, приблотненная. То есть, не блатная, а стилизация. Чтобы вор попался, но не восхвалять, а такую приблотненную. Второе. Третье. Должна быть одесская песня. За Одессу все должны писать. И четвертое, сказал Юрий Ким, должна быть пиратская. Я его только недавно видел, кстати. И пятое, сказал Туриянский, ковбойская. У меня все эти жанры есть, кроме одного. У меня не было одесской. И вот я недавно совсем, ну так, месяца два назад, решил для тренинга написать одесскую песню. Ну не «Жора, подержи мой макинтош», не такую. А я в Одессе много раз бывал, там мой друг Игорь Лученко живет. Я там у него месяцами жил. Одессу я знаю прекрасно. Я знаю, что одесситы... Вот эту приблотненную Одессу они не любят, эти песни. Вот они разумают, мы все равнодушны стали. А у них, они же украинцы, лирики, они любят одесско-лирические песни. Такие, чтобы там была Одесса, но не, они даже Одесса не говорят. Они говорят, там мягкая жизнь, как говорят, Одесса. То есть я не резко, как шпана, а так Одесса. Вот. Я такую вот лирическую песенку за Одессу написал. Не воспринимайте ее серьезно, я ее не навязываю, это просто как вот тренировочный вариант. Условия игры такие. Якобы в Одессе был Жан-Поль Бельмондо. То ли в виде артиста, то ли в виде кинофильма. Может, кино там было с Бельмондо. И девочка-одесситка влюбилась в этого актера. Он об этом даже и знать не знает. Он так улетел. Вот. А она страдает. И ее друг, в данном случае я, но это не я, там у него персонаж, ее успокаивает. Да ладно, что подумаешь. Она такая, называется, девочку зовут Дуня. Почему Дуня? Потому что в фильме «Волга-Волга» есть товарищи Дуни, кто написал эту песню. И второй есть такой фильм «Любовь Яровая», где один персонаж говорит, пустите Дуньку в Европу. Есть такая фраза. Вот это я все перемешал, так развел, добавил коньячка и выпил, и спел песню. Дуня, перестань слезить платочек. Ну, подумаешь, Жан-Поль твой улетел. Отобрал от сердца маленький кусочек, остальное взять не захотел. И не надо, Дуня, думать за Европу, без нее Одесса так же хороша. И еще много можно ножками протопать, лишь бы только пели сердце и душа. Слышь, Дунь, пойдем в кафе у моря, а вон и Жорик с Софью идут. Эти люди, Дуня, свое счастье не проспорят. Эти люди, Дуня, никогда не предадут. И не надо, Дуня, думать за Европу. Без нее Одесса так же хороша. Еще много можно ножками протопать, лишь бы только пели сердце и душа.
Донь, посмотри, цветут каштаны, и снует по Ерибасовской дороге. Женский смех, как прежде, несется над фонтаном и уходит в море белый пароход. И не надо, Дуня, думать за Европу, без нее Одесса так же хороша. Еще много можно ножками протопать, лишь бы только пели сердце и душа. И не надо, Дуня, думать за Европу, без нее Одесса так же хороша. Еще много можно ножками протопать, лишь бы только пели сердце и душа. Три недели назад я спел эту песню в «Гнезде глухаря», вот только что, прямо со сковородки. Это в Москве есть такой бард-кафе. И последний куплет весь зал хором пел. Она, кажется, такая, ну, кировая, ресторанная. И не надо, Дуня, думать за Европу. Вообще такая заводная. Но, конечно, это не шикарная одесская песня, но для тренинга сгодилась. Ну, я думаю, сейчас спою еще пару песен, и мы антракт сделаем. Дело в том, что я там привез компакт-диски, изданные по заказу австрийца, богатый австрийец, затем изданный в Швеции, запись на Мосфильме я производил. Играют мне там два парня из ансамбля «Камбровый». И там это все на 12 дорожек расписано. Самая лучшая песня в этом диске, это пятая называется «Остается». Там босанова такая, я сам не знал, что я могу иногда в босанову. Но я расскажу, вот про эту песню расскажу. Дело в том, что я писал эту песню так. Гитарист мне играл. Гитарист без музыкального образования. А второй парень, он пианист, ну, на этом, на синтезе играл. Он с консерватории. Консерваторская, выступаю в помещении консерватории, не к столу, как это будет сказано, но это мешает ему знание, ну, там все мешает, не может им свободно. А этот из подворотни гитарист, он играет фламенко, как пахали лисе. Короче говоря. И вот он, значит, играет, а мы с ним, а эта песня у меня была в вальсе. Ну, бежишь за горизонт, я же не туда. А я ему предложил, а слушай, а давай сделаем из нее типа босановы что-то такое, раз у оркестра сбежит. И он стал играть румбообразно. Я стал петь. Я пел, он играет. Я так слюну проглочу, да, если по... а в румбе как вальс, легко попасть, там не обязательно. Все равно догонишь, там перегонишь. И спел. Он говорит, Юра, ты знаешь, что ты сделал? Вот ты написал так, что теперь никогда эту песню никому не снять, чтобы исполнять дальше. Оказывается, я первый куплет на 6/4 засадил, второй на 4/4, а третий опять на 6, только интуитивно, на 6/4. И вот и этот пианист консерваторский, Варзаванин, не мог никак играть. Он ему считал. Тот играет, но он запозырит свою запись, а тот должен второй дорожке накладывать. Он говорит, раз, два, три, четыре, пять, меняй аккорд. И таким образом получил запись. И там 12 дорожек, всякие погребушки, бякочки, всякие брякают. В общем, Бразилия. И когда, а я запись эту привез, был день рождения у нашей девочки, там одной, я оставил им свою запись, а сам пошел на концерт. И пришел ночью в 12 часов на этот юбилей. Смотрю, все танцуют под мою эту запись. Подходит ко мне Саша Копосов, такой музыкант, он с семьей поет вместе. Говорит, Юра, я когда не знал, что ты умеешь петь. Я думал, что так промочишь что-то. Я говорю, как ты? Я, говорит, пытался попасть вот в эту музыку. Никак не могу. То есть, как ты умудрился? Он думал, что они играют, а я пою. Все наоборот. Я ему рассказал анекдот про лорда. Лорд английский приходит в гости к своему приятелю в поместье. А тот охотник. Вот этот, второй.
И там на каждом дереве висят мишени, и точно в яблочко. Только слушай, как ты так научился? Точно, говорит, очень просто. Я сначала стреляю, потом рисую мишень. То же самое было здесь. Он думал, это я пил, это им было сложно потом попасть в меня. Вот так. Так что я к чему клоню, к тому же этот компакт лежит. Старенькая-старенькая песня. Походная, добрая, милая. Потянула, потянула. О, потянула, точно. Ну, поедем со мной, ну, поехали. В рай даешь, ну, добрый счет. Склероз. Ну, поедем со мной, ну, поехали. В край далекого детского сна. Белка ждет с золотыми орехами. Белоснежка глядит из окна. Забредем в глушь лесную пахучую, забредем в предрассветный туман. И с дружком или просто с попутчиком будем петь про любовь и обман. Где роса улыбается с листьев, солнцу свой распевая мотив. Где стоят мужчины без писем и подолгу молчат, получив нервный гул городского движения, рев турбин над его головой. Нам шмеля заменяет гудение на машины в стекле ветровом. Горы головы в землю упрятали, обхватив их руками дорог. Спины темные с белыми пятнами, как у тучных ленивых коров. Не удержат нас за руки площади, не вернут нас вокзалы назад. Только память ручонкою дочкиной осторожно погладит глаза. Мы уйдем на зеленые просеки, по дорогам заросшим травой. Мы уйдем, вы напрасно нас просите, мы вернемся, клянусь головой. Ну все, Дудьку я спел. Я спою «За туманом три». Значит, когда я написал песню «За туманом», я снова поехал в экспедицию и написал вторую песню. Это вот, которая, почему я опять это недавно, а та следом, в следующем году. Ну вот, но у меня было более печальное, менее оптимистичное настроение из-за житейских неурядиц. Песня называется «Поезд». А в тайге по утрам туман, дым твоих сигарет. Если хочешь сойти с ума, лучше способа нет. Поезд длинный, смешной чудак, знак рисуя, твердит вопрос. Что же не так, не так? Что же не удалось? А поезд длинный, смешной чудак, изгибаясь, твердит вопрос. Что же не так, не так? Что же не удалось? Заблудилась моя печаль между пихт и берез. И не действует по ночам расстояние наркоз. Расставаясь, шептал пустяк, ведь не видишь же ты насквозь. Просто что-то не так, не так, что-то не удалось. А поезд длинный, смешной чудак, рад стараться, твердит вопрос. Что же не так, не так, что же не удалось? Ариэлем хотел лететь, ни любви, ни забот.
Или в горы, как алитет, уходить каждый год. Вбей в колено тоску кулак, удержи от ненужных слез. Просто что-то не так, не так, что-то не удалось. Ах, поезд длинный, смешной чудак, как замучил меня вопрос. Что же не так, не так, что же не удалось? Я лицо мукою мелкой побелю, я его покрашу яркой краской свежей, я себя совсем, совсем переменю. Здравствуйте, я снова на манеже. Я поставлю чувства на голову с ног, от печали смех, а радость от мучений. Буду я смешней и неожиданнее снов, буду интересней приключений. Шарик, что казался сверху голубой, поднесу, а он зеленый, желтый, красный. И сомнение, радость, горе и любовь сделаю, как я, простым и ясным. Если же внезапно истинную грусть как-нибудь случайным жестом обнаружу, я подпрыгну вверх и я перевернусь, и тогда опять вам буду нужен. А когда домой вернетесь поздно вы, спор обычный, как всегда, сменив на нежность, кто-нибудь заметит, а ведь клоуны правы. Здравствуйте, я снова на манеже. У меня есть такой цикл песен, которые я называю детскими. Хотя вы могли... Вот эта песня из этого цикла. Но вы сразу же могли понять, что это не детские песни. Это не совсем детские. А может быть, совсем детские. Ну, в общем, где-то все тут вокруг. Дело в том, что я 20 с лишним лет работал тренером по фигурному катанию. Меня окружали дети. Их было страшное количество. Я начинал фигурное катание. У меня было 3 собственные школы, которые я создавал. И школа чемпионов, это у Москвина. Их было по 400 человек в каждой школе детей. Пятилетки. Фигура катания начинается с 5 лет. Их и по 800 бабушек в каждой школе. По 2 на ребенка. Они их водили на каток и увозили их в санках спящими от усталости. Дети существа интересные вообще-то. Но вот я, чтобы не было травм, мне по ночам снилось, что ребенок упал глазом на конек, и это все мешало мне жить. Ну, вот. Ну, 30 детей сразу в одной группе, которые вообще не умеют. А коньки острые, торчат, и падают друг на друга. Поэтому надо очень сложно с ними относиться. Нужно, во-первых, себя их влюбить. Чтобы тебя любили как Бога. Больше, чем маму, папу, детский сад и все такое. Иначе травмы будут. Только ради травмы. Я взял на вооружение
фразу Свифта, великого циника. Кстати, я имею в виду и публику в том числе, то же самое. Так и жди. Фраза такая, Свифт сказал: если ты однажды в жизни решился есть детей, то надо есть их жареными. Вот я сначала их жарил, и потом, соответственно, съел. Вот. Но приходилось бросаться. Там беда такая же. Дети маленькие, 5-летние, они гуттаперчивые. Как бы он ни упал, он мягкий, как глина. У него там нет еще костей, а сам хрящик. То есть они не ломаются. А вот когда 13-14 такие, они пойдут руку сломать. То есть тут уже сложнее. Вот с ними я и жил. Но так как их было много, а я 12 часов в день, в сутки был на катке, на коньках причем. Дети обезьянки, они умеют только подражать. Поэтому раньше не было, как сейчас там в будке сидит и приказывает. Изначально там дети должны подражать. Вот я катаюсь, пока 12 часов я на коньках каждый день. Вот. Их было много. Ну, 1200 детей и 800, 2400 бабушек. Их было много, я был один. Это не могло не отразиться на моей психике. Песни стали инфантильны. Сказки начались. Я стал излагать свои мысли детским сленгом. Всякие там зверюшки появились, литературные герои, сказочные волшебники, всякие гномы, там потом Алисы, там разные. В общем, все было детский сленг. А думал-то я по-взрослому, а говорить я не мог иначе. Так. Мне пришлось бросить курить, я не перестал курить, уже не мог курить, дети. Ну, короче говоря, дети помогли. И я могу сказать, вот я в Челябинске, однажды, не здесь, а в Челябинске. Какие они, ребята, настойчивые дети. Если они тебе верят, они расшибутся, но добьются цели. Не взрослые, кажут, на полпути. Я видел такую картину. В Челябинске я смотрел в окно из гостиницы «Южный Урал», смотрел в окно во двор. Там горка снежная была. Никого во дворе не было. Был только один маленький мальчик, лет 3,5. И он с саночками лез на эту горку, чтобы забраться и съехать на санках. Наполовину долезет, сорвется. Опять залезет, сорвется санками вместе. Я из любопытства стал считать попытки. Он сделал 200 попыток. Один. Без всяких зрителей. 200 раз он пытался забраться. Наконец залез на него. Сел на санки, съехал, взял их за веревочку и пошел домой. Он потерял какой-то интерес. Покорил и все. Она его уже интересует. Почему дети и ломают всякие игрушки? Он узнал, что внутри все, она не интересна. Хору подняться. Альпинисты так не тренируются, как ребенок за 2 часа, там, сколько забирался. О, какие ребята хорошие. Еще одна песня. Такого же плана. Якобы детская. «Маленький гном» называется. Мой маленький гном, поправь колпачок и брось, не сердись, разожми кулачок, беги от людей, мой маленький гном, беги поскорей в свой старенький дом, где по стенам вместо картин гирлянды ненужных слов, где мозаика и стекол окон, десятки волшебных снов и книги, рожденные сотнею сказочно умных голов, от Шарля Перро и до магизма основ. Мой маленький гном, поправь колпачок, не топай ногой, потерял башмачок, беги от людей, мой маленький гном, беги поскорей в свой старенький дом, где чай не в стаканах, а в чашечках чайных роз, где веточка пихты духи, а подарок ответ на вопрос, где много неслышного смеха и много невидимых слез, и песни под звуки гитар, мотыльков и стрекоз. Мой маленький гном, поправь колпачок, и так не ругайся, получишь щелчок, беги от людей, мой маленький гном,
беги поскорей в свой старенький дом. Нет, нет, я к тебе не пойду, мой маленький гном. Я стар, я устал, да и двигаться стал я с трудом. Я знаю, твой год он всего от зари до зари. Мне 1000 лет, потому лишь что мне 33. Мой маленький гном, поправь колпачок и брось, не сердись, разожми кулачок. Слезинки утри, надень башмачок и косу привычно забрось за плечо. Потомки тех детей, над которыми я издевался, начиная с 54 года, значит, теперь мне мстят. Они уже четвертое поколение. Мои песни, кстати, слушают. Четвертое поколение уже прошло. Вот. И вот эти маленькие дети теперь мне мстят за своих предков, которым я заставлял падать, уставать. Вообще издевался. Я даже целый балет поставил в свое время. На этом детский, в первой стране. Ну, и, короче говоря, если в зале есть, слава богу, сейчас пока не вижу, есть один хотя бы ребенок, желательно мальчик, лет 4, значит, все, я пропал. Он мне козу устроит. Я буду петь «Горы далекие, горы туманы». Папа, я писать хочу. И все внимание на него, я песня полетела. Я их боюсь, как огня, детей. В детях, как говорят, самый приятный процесс. Ну, я теперь... И у меня был такой случай в Красноярске. Дворец спорта, 7-тысячный дворец, 7 тысяч людей влезает. И там был брошен десант такой, не культуры какие-то, 100 артистов из Санкт-Петербурга, то есть Ленинград, это приехало туда с программой «Смех, смех, смех». Веселая программа. Там лицедеи были, там этот Бен Венсанов куплеты пел, Сидяльтов рассказы, читал Юра Трехбасни, там всякие акробаты, фокусы, смешные оркестры. Все веселили. Чего меня там включили, я до сих пор не понимаю. И меня включили туда. Вот, я работал в Ленконцерте. И привезли туда. Мне было сказано, спеть две песни «За туманом» и говорить, чтобы остался я, в них ноль юмора вообще. И поменьше говорить. 7 минут всего на выход. Ну, не говорить вообще я не могу, потому что, во-первых, от природы у меня прабабка итальянка, я у меня характер холерический, и вдобавок еще Висбор меня научил трепаться. Вот. И Леонид Сергеев тоже. Вот, и, значит, я поневоле. Ну, я должен сказать все-таки хоть что-то, потому что у меня там 7 тысяч людей собралось на концерт «Смех, смех, смех». Они «Окуджава с буква» пишут, я вообще не знаю, Бартов вообще. Вот. И нужно было объяснить, что я. А то Вытками говорит, поет Юрий Кухин. Они подумают, что я вокалист. Я выйду, запою, и тут же все уйдут из зала. Все. Вот. Я обязан сказать, что я автор, мне все можно. Я могу не уметь играть на гитаре, не уметь петь. Но я автор, поэтому мне все поможет. Я должен сказать, я выхожу, иду по сцене, так смотрю в первом ряду на мою беду. Прямо на коленях у мамы сидит маленький мальчик лет 4, мой клиент. 7 тысяч людей, ни одного ребенка, кроме этого, нет. 8 часов, вечерний концерт, а там эротика всякая, концерт. Поэтому, значит, не пускай. Сидит один маленький мальчик, он, я думаю, ну вот, приехали. А потом, а что он может сделать, маленький человечек? Там 7 тысяч колонки, 5 метров высотой звуковые колонки, они его сдуют ветром этими. Звуковым, то есть он его не слышит, не видно будет. Он же прям видно. Ладно, ерунда. Он выполнил свою обязанность на все 100%. Он сорвал мой выход наглухо в 5 секунд. Я ввел глазами зал и сказал, я выступаю во дворце спорта в городе Красноярске, в центре Сибири. Вот эти понятия «спорт» и «Сибирь» родили мои песни. Я говорю, окончил институт физкультуры имени Лесгова-то с отличием, я так говорю. И потом много лет подряд работал в геологических экспедициях в ваших краях.
и пальцем показал. И вдруг громче всякой аппаратуры. На все 7000 молчащих людей детский крик такой. Папа! И зал лег. А я испугался. Говорю, да 20 лет назад работал, честное слово. Еще усугубил это дело. Это был самый смешной номер в концерте. Когда я не мог никак выйти. А мне же петь надо потом. После этой бяки. Я как сказал, рухнул просто от хохота, потому что смешно. Папа увидел. Просто он начал шалить, ему мамаша по попке треснула, и он папу родного позвал. Папа заорал на помощь, попал на меня как-то. Я начинаю петь, пою, понимаю, а там зал еще спокойно, с трудом успокоили, еще сжали, как я стою, не знаю, что делать. Ну ладно, начинаю петь, понимаешь, это странно, очень странно, но такое все закончено, еще так зал лежит. Закончено, так, оказывается, подходит. Пою второй куплет. Понимаешь, это просто очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Песня алименщика. Кошмар. Вот что может сделать маленький человечек. 7000 людей одним махом ухлопал. Чего с ними не поделаешь? Здесь мне надо быть очень напряженным. Я боюсь, что пожилки трясутся, если вижу. Ну, еще одна песенка на детскую тематику. Это у меня все песни вот детские вот такие написаны в городе, когда я работал тренером зимой. А вот эта песня написана в экспедиции в горной Шори, когда это третья песня в моей жизни. У меня нет логики. Мне не так, что сначала плохо, а потом рос, вырос, упал. Вот. А у меня так, хорошая, плохая. Как температура у туберкулезного происходит развитие. Вот. И эта песня третья песня в жизни. Первая была «Тимиртау», вторая была вот «За туманом», а третья вот эта песенка. И написано не в городе, а в экспедиции, в лесу. Просто я что-то загрустил по своим ребятишкам, когда занимался. И такую песню написал. Не про них, конечно, про себя. Где ж ты, мой добрый волшебник? Я до сих пор не летаю и невидимкой не стать мне, и неразменных нет денег. Лампу ты дал Аладдину, хитрость хаджи на середину. Пусть не шагреневой кожи, но дай мне что-нибудь тоже. Радости дай и печали, чтобы встречал и встречали, чтобы меня понимали, и чтобы все понимал я. Чем опечалена туча, радость какая у листьев, горд, чем цветок, что все значит, и почему люди плачут. Где ж ты, мой добрый волшебник? Я до сих пор не летаю, видишь, стою на коленях, хоть сам придумал тебе я. Ну, я сейчас так медленно перейду от детско-сказочных песен к таким же литературно-взрослым. Значит, песня следующая будет такая, она посвящается Булату Салычу Акуджаеву. Он знает об этом, я при нем при жизни пел ему. Я узнал, что Булат очень любил стихи Киплинга. И я знал, как он относится к войне.
Война меня застала, мне было 9 лет, я войну видел, и бомбили там все на свете. Это нехорошее занятие, война. Я пацифист, я считаю, что война не имеет никаких оправданий. Нету войн справедливых. Люди не должны убивать друг друга. Это неестественно. Вот это... Лучше, конечно, чтобы убивали друг друга литературные герои. Вот Д'Артаньян всех подряд там протыкает насквозь, а нам не страшно, это условные игры. Потому что ну, мы заранее знаем, что все гвардейцы плохие, а мушкетеры хорошие. Вот, пускай мощь. Также 4 танкиста и собака. Ну, немцы же, что, проклятые гады, не люди. А, ну, а Машу, поляки нормально, давят всех. Это все неправда. Человек не имеет права убивать. Это не задача, да, даже сверху, так сказать, можно подумать, что это не задумано. Ну вот, эта песня называется «Солдат Киплинга». Кстати, это моя песня, я узнал, что Булат любит Киплинга, поэтому я написал. Мало того, эта песня написана очень давно, еще не было ни Афгана, ни Чечни, но она попала на все эти войны. То есть она прямо как будто про них сейчас написана. Я видел, как афганский какой-то там ветеран, стоя в приходе, еще чище не было, на Невском проспекте, и пел эту песню, мою песню пел, в манере Высоцкого, думая, что это песня про Афганистан. А эта песня написана в 64-м году, когда еще Афганова не пахло. «Солдат Киплинга» называется. Вот прошло 1000 лет, тысячелетие кончилось. А что изменилось? Да ничего. Опять тобой дорога, желания сожжены. Нет у меня ни Бога, ни черта, ни жены. Чужим остался Запад, Восток не мой Восток, а за спиною запах пылающих мостов. Сегодня вижу завтра иначе, чем вчера. Победа, как расплата, зависит от утрат. 13-м солдатам умру и наплевать. Я жить-то не умею, не то что убивать. Повесит эполеты оставшимся страна. И к черту амулеты, и стерты имена. А мы уходим рано, запутавшись в долгах, с улыбкой Д'Артаньяна в ковбойских сапогах. И миражом пустыни сраженный наповал. Иду, как по трясине, по чьим-то головам. Иду, как старый мальчик, куда глаза глядят. Я вовсе не обманщик, я Киплинг солдат. Однажды меня пригласили на вечер альпинистов. Это пригласили альпинист, мастер спорта, мой друг Леня Земляк. Фамилия Земляк, фамилия Земляк. Он пригласил. Я пел им песни альпинистам. А потом он говорит, Леня, Юра, говорит, напиши про нас, альпинистов, песню. Я говорю, я всегда пишу про себя, а я тогда еще в горах не был. А потом был, но в данном случае не был. Я говорю, а в горах-то не был никогда. Он говорит, ничего, устроим, поедешь инструктором. Спасибо. Кто потом собирать будет там? Ну вот. Он говорит, альпинизм, он продолжал рассказывать. Альпинизм, говорит, не поиски Бога, как пишут в западной прессе, а поиски смысла. Какого он не знает, я должен написать. Но я сказал, что это удел 30-летних людей, что в 30 лет лучшее достижение в этом виде спорта. Выяснилось, что он имел в виду возраст условный, от 25 до 40. Вот это он называл 30 лет. Основной зал, кстати, в этом возрасте. Вот. И он сказал, что этот возраст – вершина человеческой жизни. Вершина, потому что, во-первых, альпинисты вершинами мыслят. И еще потому, что до этого условного возраста человек много может, но мало понимает. А после этого условного возраста – наоборот. Я все это запомнил, поехал в экспедицию. Написал песню, придумал, спел ее ребятам и увидел, что я ничего не изобрел, я срифмовал мысли Лени Земляка. Через 2 недели туда прилетел человек к нам в экспедицию и сказал, что 2 недели назад в альплагере на Кавказе погиб Леня Земляк. Он погиб, спасая товарища, он тащил трос, кто там получил травму руки, и на своем собственном тросе
Он так сделал маятник такой, сорвался, ну, без особенных опасностей. Вот так сделал такой маятник и подрезал снежный карниз над собой. Снег упал на него, сломал шею. В общем, практически безопасная ситуация, но он погиб под снегом. Его именем там назвали небольшой пик на Кавказе, сделали в горельеф. И когда альпинисты и туристы идут мимо, они садятся вот около под горельефа и поют вот эту мою песню. Хотя песня написана при живом Лёне Земляке. Ему 34 года, когда он погиб. И не по этому поводу совсем. Но она как-то считается ему... Это его мысли просто. Я сумел сохранить. Вот так. Тридцать лет – это время свершений. Тридцать лет – это возраст вершины. Тридцать лет – это время свержений. Тех, что раньше умами вершили, а потом начинаешь спускаться. Каждый шаг осторожненько взвеся. 50 – это так же, как 20, но 70 – так же, как 10. 30 лет – это время улыбок, а не плач и не смех со слезами. 30 лет – это время ошибок, за которые нет наказаний. 30 лет – это синие горы, вкус находки и ужас потери. 30 лет – это радость и горе. 30 лет – это жизнь на пределе. 30 лет – это песни и мысли. 30 лет – это море и скалы. 30 лет – это поиски смысла. 30 лет – это все-таки мало. Песня, связанная с вашим любимцем, поскольку он с Урала, я его сам нашел, Митяев в деревне Себестой, конечно, колоссально. Вот. И, значит, Олег Митяев, мой друг, он меня зовут дядя Юра, я его крестный отец, в принципе, по искусству. Вот. И у меня с ним такая была интересная эпопея. Мы с ним снимались вместе в фильме, который называется «Игра с неизвестным». Студия «Довженко». Режиссер Петр Солдатенков. Он бывший документалист, и это его первый художественный фильм. Петя Солдатенков снимал все про Высоцкого, вот эти монолог, там, то есть это. Вот. И он решил снять про молодежную культуру, то есть про пласты молодежи. Как менталист он все снимал скрытой камерой. Все было, все съемки документальные в этом фильме. А Олег Митяев тащил на себе вот этот груз стрижневой линии. У него была роль, написанный сценарий, там все это, текст, и он должен был это все играть, говорить. Его задача была, Олег Митяев по сюжету получает первое место на Грузинском фестивале. Съемки были, он на самом деле получал, там все это снято, входит в фильм. После этого, по сюжету, он идет по всей стране, как Горький в «Люди». Идет по всей стране в поисках смысла жизни вот это. С гитарой за плечами. И попадает во все молодежные слои, которые Петя пытался вскрыть. То есть попадает он, ну куда у нас молодежь попасть? К наркоманам, к хиппи, к рокерам, к байкерам, которые на тасах прыгают, к нудистам, которые голые ходят. Потом, значит, это Шара Кришна, там, в общем, всех, все слои. И как к антибароку иногда заходит к нам. Снято со спины, стоит, поет Дольский на сцене, снимает это, камера, зал, Дольский поворачивает, прямая съемка в зале, уходит, и тут Митяев в него вцепляется, задает ему всякие разные вопросы. А потом доснимается уже в студии, их разговор там, и Дольский поет ему песенку. Потом приходит ко мне, он домой, снимали у меня дома. Все это, навалилась эта съемочная группа, здесь мы свет сожгли на 2 года вперед, но не заплатили. Вот, и, с этим осветительным своим бегом. Но, значит, Митяй сидит напротив, я напротив. Я сижу спиной к обоим на диване. Никакой интерьер не показывает, только я, башка там и обои. И Митяй напротив, две камеры.
Он меня спрашивает, я отвечаю. Митяй задает вопросы мне по сценарию, по тексту. А я отвечаю в свободном полете, импровизирую ответ. Потому что если бы я учил роль, это было бы вдвойне фальшиво. То есть я не могу. Я отвечаю. Это вошло в фильм в дальнейшем. Правда, я об этом не знал. И, короче говоря, фильм был отснят, долго снимали. И потом не могли года два сдать его, этот фильм. Худсовет в Киеве, худсовет в Москве. Два худсовета подскочить надо. То там замечания всякие переделать. Там я в импровизации сказал хорошо про Галича. Там вопрос был, как ты относишься к Галичу. Я сказал, скажи, вырезать эту сцену. Галич еще не совсем реабилитирован, где сказать, в Киеве. А потом водка стояла где-то там рюмка. Сказали, вырезали всю сцену, потому что тогда Горбачев как раз боролся с пьянством. То есть все это. Вот если все переделали, то там, то там. У Пети Солдатенко, он был черный, он такой цыган, у него борода посидела. А вообще длинного рабся. И вот, значит, наконец, там была такая сцена в этом фильме. Олег Ретяев идет по руинам какого-то замка. Снимали под Павловском в деревне. Старый замок разрушенный, только кусок стены, там все руины. С гитарой за плечами так идет, по миру. И камера за ним. Он спускается в подвал туда вниз. Там. Камера за ним. И видит в подвале дверь. Железная, ржавая дверь, вся в паутине. Мусора куча до полдвери. Так. Там бутылки из-под водки, из банки из-под кильки, какие-то коробки, крысы бегают. В общем, мрак. Он так берет дверь вот эту и вместе с мозгом он так отодвигает ее. И смотрит комнату подвальную. Камера снимает изнутри. Он что-то увидел так, глаза вытаращил, испугался. Камера поворачивается и показывает, ну это же оделись массы, естественно, и показывает, что там внутри этой комнате. Со всех углов этой комнаты, с гитарами наперевес, вместо лент патронтажи вот такие, майки драные, там тельняшки, волосы вот такие небритые, грязные, джинсы рваные, на коленях там везде бахрома внизу. И ведет группа ДДТ Шевчука. А впереди Юра Шевчук с гитарой наперевес, с голым пузом, весь в поту, как всегда, и поет «Предчувствие гражданской войны на Митя». Тут испугается. Ну так задумано режиссером. Это все снимался один. Ну вот, не понравилось худсовету. Кому-то там, то ли в Москве, то ли в Киеве. Скажи, что это такое? Немедленно их вытащить из подвала, причесать, постричь, поврить, купить им пижаки, рубашки чистые, с галстуком, и с хорошенькой песенкой в хорошее место встать. Это Шевчука. А Пете все это надоело, Солдатенко, все это мутатень. Он говорит, монтажер говорит, вырежи весь эпизод Шевчуком и выкинь его в корзину. И склей концы, я даже смотреть не буду, устал. А тому-то, что приказали, есть швейк, взял, отрезал, склеил. И фильм приняли. Я пошел смотреть первый показ. Там есть такая у нас кинотеатр первого показа на площади Льва Толстого. Там показывают, а потом опять перемонтируют, если там что не так. Но, во всяком случае, на публику пускают, вход платный. Я пошел посмотреть себя. Думаю, я-то хоть есть там. И фильм-то примерно представлял. Не вырезан ли я-то хоть? Значит, смотрю, фильм идет, меня нету. Идет, нету. Полфильма меня нету. Я уже в панике, уже снимался 3 года почти так. Меня там 2 раза показывают. И вдруг, значит, Митя идет по этому руинам этого замка. Камера за ним, в подвал, камера за ним. Там крысы бегают, водка всякая. Камера поворачивается, сижу я у себя дома на диване. Весь фильм на документальной основе. Но нунисты голые ходят, так они голые и ходят. Хиппи вот такие с цветочками, так они же тоже такие. Я-то за что? Никто не поверит, у меня там за спиной, кроме обоев, ничего нет. Значит, это крысы мои, бутылки мои, и живу я в подвале, бомжую там где-то в руинах. Я на 6-м этаже жил тогда, квартира у меня была, все нормально. Петя мне попался на улице этот.
Ну, я говорю, солдатин. Говорю, Петя, ты знаешь, кто? А режиссеры, особенно документалисты, кроме своей фамилии, никого не знают. Вот врача Лещанка не знает. Точно. Ты знаешь, кто? Ты Феллини. Он подумал, что я его оскорбил. Он сказал, я Феллини, я хороший режиссер. Феллини, как будто ругался. Я говорю, фильм, говорит, приняли. Я говорю, фильм-то приняли, но ты-то по трупам идешь, падла. Я же тебе никому объяснить не могу, что я не бомж. Вот песни из этого кинофильма. Это я ему пою. Там со мной беседу ведет, потом я начинаю петь песенку. Эта песня написана задолго до фильма. Это дуализм раздвоенной личности. Это я сам с собой разговариваю, как городской сумасшедший. Ну а тут, значит, я ему пойду. Ничего, ничего, все пройдет, перестань. Ты же в дальних дорогах справлялся с собой. Просто-напросто ты постарел и устал. Не поешь про туманы и чью-то любовь. Посмотри, как с деревьев слетает листва. К сердцу слишком уж близко ты стал принимать. И ворчание дождя, и чужие слова. Продолжается жизнь, не сходи же с ума. Закури сигарету, пройдись под дождем, как и раньше на помощь к себе не зови. Люди сами придут, а пока подождем, как шутили друзья, такова сыляви. Помолчи над ночною, притихшей невой, дождь прошел, огонек, кто-то тоже не спит, вот и все. Потихонечку песню запой, возвращайся домой, все пройдет, потерпи. Ну, это я сейчас пошел уже так по друзьям. Ну, вот, песня, которая связана сразу с семьей, моими друзьями, с которыми работал в экспедиции, это геофизики, геологи из 21-й экспедиции, партии Союзного института, в общем, ВИРГ, Союзного института развития геофизики в Ленинграде. Вот я с ними работал вместе в качестве техника-оператора. Это песня про них. Они в каждой фразе, там один из них упомянут, но так незаметно, без информации, что вы об этом даже не узнаете. Но если внимательно слушать, то чувствуется, что под текстом что-то живое шевелится. Это они. Это 21-й партия, 7 человек. Опять называется Париж. Геолог сидит в тайге и, глядя в лес, почему-то мечтает о Париже. Черт его знает, почему это занесло. Ты что, мой друг, свистишь, мешает жить Париж? Ты посмотри вокруг тебя, тайга. Подбрось-ка дров в огонь, послушай, дорогой, он там, а ты у черта на рогах. Здесь, как на пляс Пегаль, весельем надо лгать, тоскою никого не уберишь. Монмартр у костра, сегодня, как вчера, и перестань, не надо, пора Париж. Немного подожди, потянутся дожди, отсюда никуда не улетишь. Бистро здесь нет пока, чай вместо коньяка. И перестань, не надо, пора Париж. Закрыла горы мгла, подумай о делах. И перестань, не надо, пора Париж.
Эта песня написана в то время, это 65-й, 64-й, 66-й, где-то в этих годах, когда не то, что попасть в Париж, мечтать даже об этом нельзя было. Я когда привез эту песню, ее спел такой известный поэт Илья Резник, который потом стал эстрадным писать песни. Вот Пугачёва там все. Вот, ну, это «Маэстро», потом... Первая песня у него была «Золушка», хоть поверите, хоть проверьте. Вот это я. Он до этого пел наши песни. И он спел в эту песню «Париж», прямо я ему дал, он спел ее в Минске. И в Минске сняли с работы редактора телевидения программы «Ветер странствий» Саши Чуланова. Сказали, что, как бы ни проверили, геолог должен мечтать о Москве, а не о Париже. И сработать. Мечтать нельзя, вот уж чего не запретишь. Ну ладно, бог не фраер, я попал в Париж, конечно. Из этой песни попал в Париж в 88 году. Один иммигрант, больной ностальгией, приехал в Санкт-Петербург по своим делам, пришел ко мне и сказал, что ты хочешь побывать в Париже, какой дурак не хочет. Я говорю, я приглашаю. Я вместе с женой поехал в Париж. Я сказал, без жены не поеду первый раз за границу, сразу в Париж. Он говорит, ну, пожалуйста, женой сам платить будешь. Но, он сказал, правда, говорит, в Париж с женой, это все равно, что в лес со своими дровами. Ну, я сам поехал с женой. Вот я сейчас пою песню не свою, но она там в Париже как-то так ярко проявилась. Иду я по маленькой улочке, начало октября, погода чудесная, солнце светит. Иду, и прямо передо мной, мы с женой никак пройти не можем, узкая улочка. А перед нами идут три девушки, мексиканки, как выяснилось. Значит, в белых нарядах, совершенно ослепительно белые у них эти одежды, почему они штук 100 этих платьев одеты. По 2 метрам ростом каждая, и 1,5 метра шириной каждая из этих. Вот такая. И все белые так искрятся даже. И фаты у них, то они все девственные, то ли монашки, то ли невесты, все трое сразу. Ну, так фаты все это делают. В общем, близна сплошная. Зрелище потрясающее. И тут так боками плавно качает, и тут никого не обращает внимания. Перед ним французик бежит с бумажкой, видимо, он их по адресу ведет там. Французы высыпали с кабачков. Сейчас, Пьер, смотри, какая прелесть, им хлопают там. С балконов цветы кидают, там все. Знаешь, яркое зрелище такое. Французы прямо обалдели такие, а мы сзади идем. И я вспоминаю песню, которую, стихи вернее, но песню тоже, которую написал Юрий Даниэль, стихи эти написал. Ну, Даниэль Синявский, сидели, который за там, плохие якобы статьи, вот и рассказы там. И у него рассказ есть. Где в тексте этого рассказа вкраплениями есть куски вот этой песни. Там у него в рассказе парень с гитарой в компании приходит там и вот так раз разбросал. Он никогда в стихах отдельно не пел. И на эти стихи написали музыку потом Юрий Ким и Володь Тульянский. Ну и я тоже рискнул. Ну, музыка там такая спонтанная, то ли Кима, то ли Тульянская, она процыганская, короче. Вот. И я немножечко Даниэля текст изменил. Мне показалось, что вот это идут цыганки Даниэля. Только они не в Москве, а в Париже. Это как раз шли, они точно описаны Даниэлем. Тогда шли вот эти цыганки, которые Даниэль в лагере написал. Ну вот, я, значит, я спою. Это стихи Юрия Даниэля, искалеченные мной, но не в суе, а по логике самой песни. И мелодия тоже, так сказать, ну, мелодии у нее не было в стихах, так что тут же я могу сказать, что моя. Сердце с домом, сердце долго разлучается. Сердце бедное у зависти в тисках. Только гляну, как цыганки закачаются. Высоких сбитых на бок каблуках. Только гляну, как цыганки закачаются.
высоких сбитых навок каблуках. Вы откуда, птицы смуглые? Из какой такой неведомой дали? И какие ветры ваши лодки утлые? До парижских тротуаров нанесли. И какие ветры ваши лодки утлые? До парижских тротуаров донесли. Отвечают мне цыганки, юбки пестрые. К вольной воле мы свой вечный держим путь. Но если хочешь, мы твоими станем сестрами. Только все, что было, не было, забудь. Если хочешь, мы твоими станем сестрами. Только все, что было, не было, забудь. Отвечаю я цыганкам, мне-то по сердцу. К вольной воле заповеданные пути. Но не кинуться, не двинуться, не броситься. Видно, крепко я повязан, не уйти. Но не кинуться, не двинуться, не броситься. Видно, крепко я повязан, не уйти. Они, нет, не смеются, улыбаются. Речи смутные, как небо в облаках. Идут, звенят цыганки и качаются на высоких сбитых набок каблуках. Идут, звенят цыганки и качаются на высоких сбитых набок каблуках. Дело подошло к естественному концу. Значит, я сейчас спою два романса, раз уж с цыганок началось, романсы пора петь. Спою два романса, и на этом мы с вами расстанемся до следующего раза. Я очень люблю здесь бывать. Я здесь провел, ну, так, из жизни, наверное, так, ну, года два, наверное, вот в Гляговске, по разным причинам, такие бы числа. Но все они очень криминального фасона, связаны либо с пьянкой, либо с пожаром. Нормального так, собственно, особенно не происходило. Я смотрю два романса. Один романс условно называется романс. Дело в том, что я выступал вместе с нашей группой наших знаменитых бардов в Киеве. Там был фестиваль. И по окончании фестиваля был концерт членов жюри, почетных гостей и победителей этого фестиваля киевлян. Ну, значит, передо мной выступали и Василий, Иващенко, и Васильев. Вот. А я всем за ними шел. И вдруг они, я не знал, что они будут пить, никто не знал, кто сейчас будет пить. Они вышли и спели песенку. Я эту песню слышал впервые. Она, кстати, написана была давно. Это не новая была песня, давно написана. Но я не слышал как-то. Они спели песенку такую юморную о том, как они нашли трояк на улице. 3 рубля нашли на улице. Раз, трояк они нашли. И полные штаны счастья, потому что за 3 рубля можно было купить тогда 3 бутылки белой мисс на рубль 10 стоило.
Ну, богатство просто. Вот, и они веселятся по этому поводу. И такая сценичная фраза. Кому-то сейчас плохо, а нам хорошо. Там вот. А я следом пою. И я вспоминаю, что за 20 лет до того, как они написали вот эту свою песенку, вот эту про трех, да, про троях потерянных, я написал песню тоже. Про то, как я потерял трояк. Они нашли, а я потерял. Я спел один раз все в какой-то компании, и мне песня эта не понравилась, такой убогий романтик. Я, значит, его так и оставил. И тут я вспомнил, а что не спеть? Трояк-то надо возвращать. Я говорю, это ж мой трояк, верните. Можете натурой, две бутылки коньяка, я согласен. Вот, вот такой романс. Высоким слогом русского романса, написан лет 30 назад, просто так, не знаю даже по какому поводу. Вот, и старинный, потому что тогда это был давно русский романс. «Потеря» называется, он в сборнике даже есть. Сегодня обнаружил ровно 8, что потерял единственный трояк. Я произнес слова, что произносят, босой ногой споткнувшись ночью о рояль. А мимо люди шли и песни пели, и был неудержим людской поток, а я стоял, как холодильник на панели, не нужен, абсолютно пуст и одинок. За что мне сразу все напасти? Я погрозил пространству кулаком, луне крикнул: твое счастье, что я уже давно с тобой знаком. Вот так всегда сначала все находишь, еще чуть-чуть покрутится земля, и все теряешь, и друзья уходят. Вчера тебя, сегодня три рубля. Ну вот, и последняя в этом концерте песня. Я после этой песни никогда ничего не пою. У нее такие слова, что она сразу уходит. Если кто захочет подписать, я не удираю. Я буду здесь сидеть, я у меня поезд 20 там что-то. Ой, нет, утром завтра я погоню. Я вообще все перепутал. У меня утром завтра самолет. Так что я могу сидеть и подписывать сколько угодно. Такой называется романс. Это не название, а качество. Это уже романс без иронии. Вы пришлите в красивом конверте теплых слов шелестящий шелк. Но мне вы не верьте, не верьте. Я такой, я взял и ушел. Вы мне дороги тем, что рады, и доверчивы, и нежны. А я очень боюсь парада, доказательств чьей-то вины. Не хочу я бродить по свету, а на месте сидеть не могу. Вот иду и беседую с ветром, я ему никогда не лгу. А себя я люблю не очень, и других я не очень люблю. Мне бы знать, о чем думают ночи, и что грезится кораблю, и чем горы важнее всех на свете, и что это совсем не беда. Есть красивые взрослые дети, и играют они в поезда, и что берег не место для встречи, а скорее начало пути, и что прыгнувший в небо кузнечик обязательно вниз прилетит, и что радость бывает от боли, и бывает от радости боль, и что кролик всего только кролик, а король он и голый король. Нахожу на дорогах подковы, заполняю собой города. Человек из меня толковый,
не получится никогда. Вы пришлите в красивом конверте теплых слов шелестящий шелк, но мне вы не верьте, не верьте, я такой не взял и ушел.